привет, всем привет. Хочу вам показать сегодняшний наряд. Вот так это все выглядит. Платье без рукава из Zara, такая, знаете, достаточно, пожелаем, года 3, наверное, Zara. Сейчас покажу вам вблизи, она очень интересная по своей текстуре, видите, какая. Такое, я даже не знаю, на что это похоже, я его называла в свое время махровое полотенце, но это, конечно, не махровое полотенце, а что-то вот такое интересное, и оно такое цвета слоновой кости. Потом к этому платью я подобрала вот эту рубашку, и она тоже, эта рубашка тоже из Zara. Видите, вот эта клетка, она тоже не белая, она именно слоновая кость, что, мне кажется, делает эту рубашку более, дает ей более благородный вид. Если бы клетка была белая, как часто бывает в таких сочетаниях, на мой взгляд, это очень простит вещь. Этот яркий белый цвет, он делает ее чересчур графичной и чересчур неинтересной и убирает определенные возможности в сочетании. То есть, ну да, с белой, с черной майкой это будет хорошо, но опять же, более смягченный вариант. Вот такой вот бежевый, да, такой а-ля Бербери больше, мне кажется, он добавляет благородство и дает возможность, опять же, сочетать. Вот, потому что такое платье, если оно белое, оно, ну, оно и само по себе уже не будет интересным. Поэтому сочетать, допустим, рубашка будет у вас белую клетку, а платье слоновой кости, это будет уже смотреться дешево. Всегда должно быть какое-то, на мой взгляд, должна быть какая-то общая линия, которая будет проходить через весь ваш наряд и, знаете, играть одно с другим. Дальше вот это вот моя любимая в последнее время сумочка из Zara. Вот так она выглядит. У меня здесь такие замечательные, разные абсолютно. Могу вам ее показать, чтобы было видно детали. Видите, хвостик этот я купила в Праге, в H&M у нас таких нет, но я видела в Pull&Bear в нашем появились вот такие вот хвостики. Это ожерелье, это Мейсон Мартин Марджелла для H&M, тоже какая-то старая коллекция. Что еще? Сапожки, вот такие вот ковбойские сапожки, с, даже здесь, видите, с мохнатыми деталями. Это манго позапрошлый сезон. И на мне мои любимые часы из Grasse. И сейчас покажу, тоже супер классный, на мой взгляд, браслет. У меня есть отдельное видео, посвященное браслету и вот этим вот фокус. И серьгам, которые что-то никак оно не хочет. А дальше может быть? Да, вот так, этим вот серьгам к этому браслету. И еще раз вот такой вот общий вид получается. Вот, большое спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся в следующих видео.